Итак, всем привет, продолжаем играть Battlegrounds. Ну что, ну сегодня квесты, дойти до топ-10 в режиме отряда, изи, 15 бинтов изи. Нифига, 10 километров накатать. Нормально, погнали, чё. Так, ну склад, значит, играем. Чё у нас там по рейтингу-то? Все очень-очень медленно движется. По-моему, то ли 29, то ли 1829, 1831, не помню точно. Как-то так. Да, 1831. Ливнус матч, чтобы посмотреть рейтинг. Ну там потому что супер отстойный самолет был. Ну и. Так, и ники тиммейтов мне не понравились. Да, вот так вот. Ждем дальше. Так, нашел матч себе. Вот чувак, который синий, ебой. Вот этот ник. Спрашивал. Спрашивал, да, говорит, спрашивал, будем на топ-1 играть или как? Никто ему ничего не ответил. Вроде не ливнул. Поставил его в стату, ну такое себе, конечно. А, сосновку прыгает, понятно. Сосновку есть? Ну мы полетим в северный, я думаю. Опять. Или на топ-1. Да. Я чё, пойду. Так, ладно. Если желание есть на топ-1 играть, то давайте будем. На топ-1, говорит, у него ни одной победы нет. Человека, я посмотрел статистику, ни одной победы нету. На топ-1, говорит, играть. Нормально. Нормально. Ладно. Ладно. Просто мне интересно, куда бы он прыгнуть, если хотелось на топ-1? Даже интересно. На вареп? Нам надо 10 километров прокатиться, 15 бинтов заюзать и топ-10 взять, поэтому. Ну, скорее всего, в одном матче это все и сделаем, наверное. Я думаю. Офигеть, два человека, я еще один человек. Все, никого больше нету, летим. Офигеть, в северные, я так понимаю, вообще никто не полетит. Потому что люди вряд ли где-то здесь прыгали в северные. Они где-то должны были вот где-то здесь прыгать. Но в этот момент уже два человека оставалось. Уже два человека оставалось в этот момент. Так, откроем парашют. А, и ливнул сразу. И ливнул. Добей его, пидораса. Нормально, блин. А кто, интересно, этот один человек? Надо потом через повтор посмотреть, куда он полетел. Он мог спокойно в жарке лететь и лутаться. Кроме меня один человек был еще. А, нет, это на экране грязь какая-то. Точка. Я думаю, что такое? Думаю, показалось, летит кто-то реально. Так, мы летим вдоль дороги, что делать-то? Может быть, машину найдем? О, куксус! У меня, пацаны, гос. Так, есть машина, так, отлично. Есть УАЗик, вот, все. Берем УАЗ. Бля. Берем УАЗ. Нахуй, здесь... Берем УАЗ. Я еще лечу, они уже все сдохли. Так понятно. На первом этаже, вон справа. Справа, да, лево. Вот. Почему не захотел играть на топ-1? Гораздо интереснее на топ-1 играть, как он сказал. Короче, что делаем? Можно в теории северный весь полутать. Но я думаю, наглеть не будем, наверное. Просто нам нужны бинты. Я очень долго буду ехать, где-то 2 минуты на лутание у меня всего будет. Даже не знаю. А, он еще и ливнул, чувак. Ну, офигенный чувак. То есть, вообще, зачем люди заикаются по какому-то топ-1, блин? Если они, во-первых, не брали топ-1 ни разу, во-вторых, он даже не смотрит. То есть, ему интересна игра, если он хоть, если есть желание у него играть на топ-1, значит, ему интересна игра. Ну, какого черта он ливает, когда умирает? То есть, он сам поставил метку, когда прыгнул все сосновку, зачем-то его послушали, прыгнули в сосновку, и в итоге он сдох. Ну, то есть, как бы... Так, ладно. Нет, зачем он спрашивал, хотят люди на топ-1 играть или нет? Понятно, выиграть все хотят, абсолютно все. Зачем спрашивать? Просто ставил бы метку там, где посевой, на самом деле, лучше. Ну ладно. Нам бы, на самом деле, северно ставить метку, и, по-моему, в северном вообще никого, можно было спокойно лутать. Короче, по плану полутаем вот эти все точки, три точки полутаем. И потом поедем в круг, наверное. В принципе, круг такой, что... Как бы на лодке, понятное дело, поплывем. Но нам на бинтов-то 15 в любом случае заюзаем за это все время.
Наш в середине круга может просто сидеть и все. И жить спокойно в круге. Наш просто в круге. Наш просто в круге. Так, лутаемся, короче. Опа. Там, по-моему, Юм был, ну ладно, пофиг на него. В нашей ситуации главное хилки, блин. Главное хилок найти. Оружие-то пофиг. Оружие и аэродроп можем просто поплыть, когда в круг поплывем. Или там поедем, может где-то аэродроп встретим. Поэтому... На оружие пофиг. Ладно, дверь даже закрывать не буду, наверное. Так. Даже дверь закрывать буду. Хотя вот эти такие на закрывать, может быть. Внутренний можно не закрывать. А то фиг знает, какой-нибудь нормальный, может, тут поедет. А вдруг? Хотя вряд ли. Блин, хоть вернуться за Юмпом. Там либо Юмп, либо Берил держал. По-моему, Юмп. По-моему, слишком маленькая для Берила была. Прям ух, прям ух, ух, задел. Так, отлично, канистра есть. Каждая канистра это... Блин, нет, не ковяк, дробовик. Ладно, возьмем дробовик. А вдруг это на единственное оружие наше будет, кто знает. Есть семка, но я не буду эту эмку брать. Чё наш... Ой, блин, он был... Я бы на месте просто сидел, все. Чё, куда-то... Зачем? Он куда-то попёрся, что ли, в итоге сдох? Серьезно? Серьезно, в итоге сдох? А, он ну, ливнул сразу, конечно же. Конечно же, сразу ливнул. Офигеть, чувак в центре круга. Надо запомнить, кстати, где он был, вот здесь. Так, ладно, дробовик не надо тогда. Запомни, где он был. Там еще и круг сойдется, наверное. По-любому. Так и будет. В этом доме, блин. Так, отлично, нормально. Полутался, в принципе, более-менее. Бинтики есть этот самый. Ой, да, забавно. Забавно. Метку поставил там, где он сдох. Я даже досмотрю матч, чтобы убедиться в том, что круг, возможно, там реально закончится. Все может быть. Все может быть. Томпсон. Ладно, давай Томпсон тогда оставим. А, нет, все, не надо. Нафиг Томпсон, нафиг это. Прям костаем. Все, ничего не надо. Так, ну в принципе нормально, хоть и идет еще. Уже, то есть, ну, в принципе, нам осталась последняя точка полутать. Чему это проехал? Ну, кстати, может, даже 10 километров мы наедем. Мы тут проехали сколько? Раз, два, три, четыре. Километров 5 на машине только проедем. Мы на лодке доплывем до зоны, то реально километров 10 будет за одну игру. В топ-10, если мы реально доплывем, то топ-10 на ней будет как раз. Реально будет топ-10, наверное. Хилок на... О, отлично. Только хотел сказать, что хилок побольше. Так. Ладно, пока не будем, наверное, буст тратить.
это как бинтов мало. Бинтов мало, это факт. Пять бинтов всего, нам как минимум надо 15 заюзать за матч. Да ё-моё. Застрял. Так. 37 человек уже осталось. Блин, 5 бинтов, это, конечно, пипец, это жесть. Так, стоп, подожди. Ладно, пофиг, пока оставлю, ладно, оставлю. У нас место есть, пусть будет 5 канистр, наплевать. Просто таким количеством, то есть на лодке путь не вариант сейчас. Хотя, подожди, у нас такие аптеки, да? Бинтов мало, но аптеки. А, вот, бинты. Бустиков надо, вот что еще. По сути, ни одного буста не нашли, только вот этот. Так. Это с нас... Нет, не сюда, это глушитель. Не сюда. Первый круг еще не дошел уже. Так, раз 15 бинтов у нас. Раз 15 бинтов. В теории надо, конечно, будет этот, как его юзать, как называется. -то. Еще аптек. Шприц надо юзать. Я хочу приберечь пока. Что такое было? Назад отпрыгнул. Круг еще до конца не дошел, серьезно, еще до сих пор. Короче, находим если буст еще, и то тогда юзаем. Блин, по-моему, топ 10 тут изи вообще. Почему люди так быстро умирают, я не понял. Что за прикол? Первая зона же еще такая. О, даже нам повезло, на самом деле, ушел в этот угол, где нам ближе плыть туда, если что. Блин, почему бустов так мало? Маловато бустов. Просто в зону хочется фул хп въехать. Поэтому шприц неохота юзать, лучше аптеки. По-моему, последний дом, да? Который нам лутать надо. Есть глушитель на снайперку. Но нету снайперки. За зоной кто-то умирает. Чё, блин, что происходит? Чё за игра такая? А, у нас еще и топлива мало. У нас еще и топлива тут мало. Ладно, давай бустик тогда, пофиг. Канистру одну зальем сюда. Все-таки хочу на УАЗике, не хочу на мотике ехать. Поедем на УАЗике. Все-таки. Или здесь еще утонуть. Ну, давай утонем здесь. Ну, бусты есть. Блин, неужели нету?
Жаль, зря остановился. Засада. Ну хоть один-то, блин. Ладно, хоть гранату. В теории можно здесь полутаться, наверное. В этих домах. Там потом лодку взять, что? Ну, здесь, например, полутаться. Метку пока не убираю. Ну что, фиг его знает, может зона еще там и кинется на тот дом. Будет забавно. Я вообще не понимаю, человек в круге, че он там лезет куда-то, бежит? Сидит, блин, в своей комнате. Нашел оружие, сиди в комнате, люди сами тебе придут. Че, не знаю. Что это было такое? Интересно. Так, лодка есть, между прочим. Лодка есть. Ё-моё, еще аптека. Так, ну бинтов 15 точно мы заюзали, даже больше. Идея. Бустов хочу. Гранату лежала. Нет, иксты. Хочу бустов, блин. Офигеть, аптек. Вот, давай ради прикола, короче, не буду лутать больше, поехали. Вообще пофиг, короче, не буду лутать. Потом посмотрим, после повтора, сколько тут было бустов. Просто ради прикола посмотрим потом. Где лодка? А, он. Фу, лодка плюс 4 канистры. Нормально, да? Нас останавливается просто аптеки юзать. Добыть-то я доплыву, конечно, но... Бустиков нету, это печально. Ну как, один. Хочется туда в круг... заюзать его, когда в круг. Хотя, наверное, нет, не буду юзать, когда в круг поедем. Наверное, раньше заюзаю. Чтобы еще успеть аптеку заюзать, когда нас будет дымажить. Нормально так. Я думаю, сейчас вот будем когда останавливаться, аптеку юзать. И канистру, наверное, в идеале, да? Здесь липовки никого нет. Если кто-то лутается, то, конечно, будет печально. Ну ё-моё. Так, бинт. Офигеть, я сейчас не успею заюзать аптеку. Возможно. Нет, успел. Офигеть, мог сдохнуть ведь, мог сдохнуть. А, вот так вот даже начинать, да? Даже так. Немножко подлянку сделал круг. Чуть-чуть совсем, ну ладно. Ну, в принципе, стороны новоепного где-то здесь выходить. То есть по-прежнему здесь, да, был? Но здесь вряд ли круг уже сойдется. Поплывем под мост, чтобы прожить еще немного. Если что, выйдем с этой стороны. Но аптек-то нам хватит, конечно же. Можно, конечно, вот здесь где-нибудь выйти и пешком пробежать, но не стоит, я думаю. И, возможно, в Норвеп нам даже никого не было, фиг его знает.
Так, ну тут надо не просто вылазить, у нас бинтов больше нету. Поэтому надо это. По сейвове. Может так долго, в принципе. Юзен. В идеале куда-то сюда заехать. Блин, я бы... Жалко бинтов. Было бы штук 50 бинтов. Может было еще стоять и здесь хилиться где-нибудь. Здесь или здесь, а потом только соваться в круг. Но, к сожалению, у нас такого количества нету, поэтому... Ну, ехать в любом случае надо сюда. Люди вообще не умирают. Тут, возможно, топ-10 есть уже, скорее всего, но... Но 10 километров я сомневаюсь, что я наездил. Хотя, наверное, наездил все-таки. Тут тоже 5 квадратов уж проехал. Наверное, все-таки наездил 10 километров. Все-таки. Можно просто будет переждать и выйти, может быть, здесь. Если круги, может, как-то. Либо вообще объехать, снизу зайти. Если были бы хилки, бинты в плане. И бусты. Аптеки есть, но этого, конечно, мало. Сейчас надо канистру заюзать. Ё-моё, алё. Так, вот так. Можно было переждать на самом деле, естественно, здесь. Можно было переждать. Но, к сожалению, придется ехать. На мосту, конечно, сидят, ждут. Это естественно тоже. Можно здесь в скалах выйти, где не просто переждать. Ну, блин, хилок нету. Хилок, и хоть и 3 аптеки есть, толку от этого, от 3 аптек. Конечно, 3 аптеки хватит, наверное, наплыть здесь вокруг, но будем ли мы это делать, очень вопрос. О, повезло, кстати, круг сюда кинулся. То есть под мостом в теории может быть в круге. Под мостом в теории можно быть в круге. Интересный момент. Будут ли по нам стрелять? Блин, лодку не так поставил немного. Потом похилимся, пофиг. Блин, неужели на мосту никого не было? Чё, даже никто не перестрелок, ничего. Может, с этой стороны вообще никого нет? Ну, к сожалению, да, не в круге. Чувак был бы субсидиан. Но все равно и про то, что мог бы жить. Мог бы жить. Лодок я тут не вижу, что приплывали. Ладно, поплыли пока в круг. Ближе. Бьют, так убьют. На лодке точно мы не поплывем никуда. А, тут низко нельзя этот под воду нырнуть. То есть меня тут может быть на такой высоте, на такой это сам меня убьют, в принципе. Слишком мелко здесь. К сожалению. Да, слишком мелко тут. Ладно. Ну, все видят точно, где я, постреляют в воду, могут убить меня. Так, конечно, мне не видно, но... Странно, никто не плывет вообще. Я с кругом вместе пойду. А, круг уже идет, кстати. Там, кстати, не в зоне вот это все место. Блин, там люди бегают. Наверх убежал, да, он куда-то туда.
Блин. Он видит меня. Нет? Ну да, видит. Вот гад. Че так, что сидит, ждет, блин, меня специально, негодяй. Ну топ-8 есть, ладно. А, тут целый склад был даже. Тут был даже целый склад. Аптеки принес, что могу сказать. Ладно. Главное, квест сделали. Возможно, кстати, сделали. Надеюсь, вот насчет транспорта 10 километров наездили мы, нет? Наверное, не ездили, мне кажется. Должны были. Да, все сделали. Молодцы. Молодцы. А, кстати, левого не было. Забавно. А левого-то нет. Так, а сколько дали? Было 31, стало... Одно очко. Блин, мышь, каждый матч одно очко рейтинга дает. Замечательно просто. Офигенно, просто офигенно. Топ-8 это нормальный результат, на самом деле. В итоге мы получаем одно очко рейтинга. Класс, офигенная игра.